Все, уходим в газону, покидаем газоны. Газон покидаем. Я за русских. Понял, я тоже. Я не вижу, что ты за русских. Вы как определяете, русский или не русский? Покрой, любой, кто черепа. Против души, который кто думает, Путина за русских. Который думает по-русски. Вот я думаю по-русски. Ну тут все почти. Нет. Там грех сплошной, но у нас тоже грех. У нас Сталин, у нас Ленин, у нас труп Ленина, у нас памятники Ленина, у нас красные знамена. А Майдан это не повтор революции? Разве? Майдан это, к сожалению. Это не повтор революции? К сожалению, это тоже революция. Вот. Но давайте сами свои от своего греха избавляться. Тогда украинцы, которые наш братский народ и от нас почти ничем не отличаются, они своим благоразумием, природным славянским благоразумием нашли бы выход из этой ситуации. Зачем тебе это нужно? Ну, мои дети, что будут делать? Ну, что мне? Я даже не могу со своими детьми выйти просто на улицу. Ты понимаешь? Я не могу выйти на улицу. Потому что я нарушаю этот закон, который придумал человек, которого я не выбирала. И который не даст мне никого выбирать никогда. Там тебе на себя посмотреть. Ты где работаешь? Где ты работаешь? Где ты работаешь? Скажи. Где ты работаешь? Где ты работаешь? И не твое, а не ваше. Понятно, гражданин начальник будет свой говорить. Герой тоже. Комментарий даешь. А вот что указать? Угадай. Ой, выглядит. Ой, зачем? Популярный. А между прочим, прецедента не было. Я проходил. А я что делаю? Провожу, провожу вас. Назад, что случилось? Простите, когда украинцы появились-то? Когда появились украинцы? Когда почему, Украина почему появилась? Вы в курсе, нет? Украинский народ остается нашим братским народом. Моим братским народом. Если вы высказываете такие вещи, то вы не являетесь даже русским человеком. Вы не имеете права себя так называть. Можете быть задержаны, доставлены в территориальные органы внутренних дел. На вас составлен протокол по статье 20. Как же вы нас ненавидите? У вас же это в глазах просто написано. Подобные вам граждане прекрасно резали.